Арсений Селезнев, зверобой. Куры первый раз пробуют помидоры. С таким подозрением, с таким боязнью, так сказать. Думают, а может это ГМО? Вот так. И ты не ешь, я не ем, и ты не ешь. Иди отсюда. Все поуходили. Ну ничего, я думаю, съедят. Сейчас надо будет где-то на улице кинуть один такой, раздавить. Положить, раздавить, потому что они так попробовали, не едят. Это не ГМО помидоры, это просто Г. Вот они так выглядят, не очень эффектно. Но обычно куры съедают. Семена, конечно, потом выделяются, но они потом еще съедают их. И так до бесконечности, пока не перетрутся в корм. Мне подогнали гнилые помидоры. Это вполне все съедобно. Сейчас я такой раздавлю на улице, посмотрим, как оно пойдет. Вот тут где-то надо где-то делать, чтобы... О! Вот теперь пошло. То есть они должны форму увидеть, почувствовать вкус. И, естественно, оно им понравится. Семена выбирают и пьют воду. Вот начала клевать саму тушку помидора. Ну, еще помидоры томатом называют. У нас просто... Мне не нравится слово томат. Оно такое какое-то, как вроде в банках. Пробует, пробует. Все. Начали схватывать на лету. Распробовали. Ну, все видят, что если пробует петух, значит все нормально. Есть можно. Да? Можно? Но он сразу так отвернулся. Типа я тут ни при чем. Я просто рядом стоял. Все попробовали, и теперь можно будет внутри кушать. Они шкурки съедают. Там то, что не переварится, они все... Все выйдет наружу. Арсений Селезнев, зверобой. Давайте вашим курам, если у вас есть...